Всем мое почтение, друзья, и сегодня 18 июня 2022 года появилась вот такая информация. Джо Байден в своем интервью заявил 17 июня, что Путин не остановится на Украине и что Европе грозит хаос. Вы вдумаетесь в это высказывание Джо Байдена. Вот как вы считаете? Эти слова пророческие, эти слова близки к реальности. Я лично считаю, что да. Я считаю, что в данном случае Джо Байден очень и очень прав. Хаос надвигается в Европу. И дай Бог, чтобы Украина выстояла. Я очень и очень надеюсь на это.